Приветствую всех на своем канале. Сегодня первый раз в этом году выбрался на рыбалку. 2 мая. На реке очень грязно. Буду ловить на фидо. Стартовый закорм уже сделал. Не знаю, поймаю, нет. Попробую. Всем приятного просмотра. Для начала поставил поводок 30 сантиметров. Буду пробовать ловить на мотыля. Смешал две прикормки. Флагман Гранд. Лещ черный. Флагман Про универсальная конопля. Крючок 16. Первая поклевка. Пришлось поменять поводок на 75 сантиметров и крючок 18. Первый в этом году. Хорошая. О!
Во, хорошо. Блин, стандарт. Он передавали дождь 3 часа, он 10 часов как пошел и не перестает. Неплохой сидит. Да, хорош. Подводя итог, скажу, первая рыбалка в этом году прошла неплохо. Мрачал настроение только сильная грязь вокруг, непрекращающийся дождь. Клевал только на мотыля, на 3 штуки. Вот что я поймал. Всем спасибо за просмотр, ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на